Yoga, yoga, yoga.
Just sit still. Намаскарам всем, где бы вы ни находились. Я слышал, что некоторые из наших волонтеров и медитаторов, которые участвовали в сатсанге из Китая, были немного расстроены тем, что вчера я назвал вирус уханьским. Я хочу, чтобы вы поняли, в индийских языках даже по отношению к человеку это общепринято, что мы сначала называем место, откуда они родом, а уже потом имя человека. Например, имя моего отца обычно пишется как Б.В. Васудев. «Б» означает «Бангалор» — это город. Людям дают имена таким образом. Падмаджа, Сомаджа, Шайладжа — имя всегда указывает на то место, откуда они родом. Поэтому я не вижу здесь никакого оскорбления. Я, правда, не вижу ничего. Даже сейчас.
Международные медиаресурсы, когда я вчера их слушал, тоже используют этот термин. Так что я не увидел в этом ничего плохого, но если вам все же неприятно, мы будем называть его просто вирус. Хорошо? Никаких проблем. Я не знаю, какие политические или другие проблемы кроются за этим, но для нас это абсолютно естественно — указывать на то, откуда кто-то или что-то родом. Вообще-то, я думаю, что это справедливо повсюду, но в особенности для индийских языков, как бы там ни было. К сожалению, количество смертных случаев по всему миру перевалило за 30 тысяч. Их число продолжает расти. Многие страны приближаются к 1000 смертей в сутки. Все это происходит, несмотря на карантин и развертывание больниц скорой помощи. В Америке вирус тоже начинает распространяться очень агрессивно. Более 100 тысяч человек инфицированы, есть смертельные исходы. В Индии пока все в порядке. Но я думаю, что это благодаря блокировке регионов, которую проводит правительство. К счастью, в основном люди сотрудничают. Но есть одна проблема. В крупных городах рабочие, приехавшие из деревень, из сельских районов Индии, чтобы работать в городах, они отчаянно пытаются вернуться к себе домой, потому что в основном это мужское население. Обычно у них есть небольшой участок земли в их деревне, и когда они работают в городе 6-8 месяцев, их жена работает на земле и ждет, когда они вернутся. Но теперь, когда у них нет работы и есть риск для жизни, и они не знают, что происходит с их семьями, рабочие массово уезжают из городов обратно в деревни. Правительство делает все возможное, чтобы организовать для них общежитие и питание, но они ничего не хотят, они просто хотят вернуться домой, что вполне объяснимо. Понятно, что они сейчас чувствуют. Но, к сожалению, они могут заразиться вирусом в городе и принести его в сельские районы Индии, где на данный момент его практически нет. Эти трудовые мигранты могут привести его с собой. В Южной Индии ситуация по большей части под контролем, за исключением Кералы. Распространение не происходит, карантин делает свое дело. Но в ближайшие неделю-десять дней мы должны наблюдать за тем, что происходит в Индии. Все зависит от того, что мы делаем, каждый из нас. Потому что в человеческом уме есть одна проблема. По мере того, как будут проходить дни и ничего не будет происходить, люди начнут расслабляться и становиться все более беззаботными. А вы что хотите, чтобы люди вокруг вас падали замертво? Это должно происходить. Если ничего не происходит, значит, все здоровы. Это не время, чтобы становиться беззаботными. Это не время ослаблять тот режим поведения, который мы установили для всех вокруг. Пожалуйста, давайте его придерживаться. И, судя по научным прогнозам и расчетам, это может быть довольно долгий путь. Но для тех из вас, кто, по крайней мере, считает, что находится на духовном пути, это хорошее время, потому что в современном мире на наши органы чувств обрушивается огромный шквал звуков, цветов и визуальных образов.
В этом смысле, если бы вы оказались здесь 100 лет назад, то увидели бы вокруг себя зелень, коричневую землю и голубое небо. Чтобы увидеть что-то более драматичное, нужно было дожидаться заката или рано вставать и ждать восхода солнца. Вот и все, что у вас было за весь день. Теперь все не так. Если вы включаете телевизор или телефон, там вращается весь космос, там есть все, что вы только захотите увидеть. Так что объем визуального и звукового потоков сегодня настолько велик, что обращение вовнутрь для большинства людей представляется очень отдаленной перспективой. Это хорошее время, чтобы проверить себя, а также использовать эту возможность. В аштанга-йоге существует определенное измерение. Аштанга-йога — это не бренд, как многие думают. Аштанга означает «йога с 8 конечностями». Существует 8 конечностей йоги. Одна из них — это пратьяхара. Пратьяхара означает перенести вашу сенсорную вовлеченность из внешнего мира во внутренний. В современном мире люди даже не могут понять, что это такое. Многие из вас, кто прошли через периоды садханы, испытывали подобное. Со мной происходили такие вещи, когда я просто отправлялся в лес, чтобы прогуляться и насладиться им. В течение нескольких недель, когда я просто шел один по джунглям, за несколько недель, что я просто шел в джунглях, я осознал, что если я просто не вижу человеческих лиц в течение нескольких недель, то начинает происходить что-то невероятное. Там были дикие животные, но не было лиц людей на протяжении нескольких недель. Я заметил очень сильные изменения в моей системе, такую энергию и насыщенность, словно я парю в нескольких сантиметрах над землей. Такое ощущение. Несмотря на то, что большую часть времени за эти несколько недель я голодал, я просто смеюсь над болью голода сейчас, потому что это было очень больно. Но несмотря на это, я был полон энергии, настолько, что у меня было такое ощущение, словно я парю над землей. И я осознал, что когда я смотрю на деревья, на животных, то вовлечение совсем другое. Я просто смотрел, любовался этим, просто видел это таким, как оно есть. Но когда я смотрел на лица людей, осознанно или неосознанно происходил определенный обмен. Оценка, нравится, не нравится, одобрение, неодобрение. Происходило много всего. Мне даже не нужно было в этом участвовать. Стоит просто посмотреть на кого-то, и это начинает происходить. И с тех пор я начал все больше времени проводить с закрытыми глазами, потому что если я просто закрою глаза на несколько часов, если осознанно закрыть глаза, не спать, то вы почувствуете, что вам доступно новое измерение энергии. Вот что значит пратьяхара, что вы убираете вовлеченность с органами чувств, вовлеченность с миром, и обращаетесь вовнутрь. Сейчас хорошее время, если вы открыты этому. Где бы вы ни были, экспериментируйте с этим. Если не целый день, то, скажем, 6 часов в день или 12 часов в день, сколько для вас будет возможно? Вы можете начать даже с 1 или 2 часов. Просто держите глаза закрытыми. Не смотрите ни на что. Поначалу ум может начать метаться туда-сюда, ничего страшного. Не пытайтесь контролировать его. Пусть идет куда хочет. Я хочу, чтобы вы поняли, что он никуда не отправляется. Он просто продолжает заново проигрывать прошлое. «О, мой ум куда-то отправится».
ваш ум никуда не отправится. Это иллюзия. Вам нужно сломать это представление, что ваш ум куда-то отправляется. Это значит, что вы неправильно понимаете психологический процесс и экзистенциальную реальность. Психологический процесс сделан вами. Он крутит ваше плохо срежиссированное кино. А вы верите, что это реальность? Сейчас хорошее время для того, чтобы попробовать сделать это. Определенное количество времени в день, сколько бы вы ни выделили, закрывайте глаза и сидите. Но что-то происходит, кто-то начинает шуметь, кто-то что-то делает. Особенно, когда вы думаете, что происходит что-то важное, вы должны закрыть глаза. Да. Поскольку ваше вовлечение с миром должно стать осознанным. Вот и все. Если ваше вовлечение с миром осознанно, как бы вы ни вовлекались в мир, он никогда не будет вас беспокоить или пугать. Когда ваше вовлечение компульсивно, когда оно является реакцией на что-то, тогда вы увидите, что даже самые незначительные события будут выбивать людей из колеи. Просто зарабатывать на жизнь, заботиться о семье и однажды умереть. Сколько неразберихи и шума возникает в людях, в это просто сложно поверить. Это даже нечестно. Просто чтобы делать те простые вещи, которые делает каждое существо. Посмотрите на воробьев. Даже с птичьими мозгами они справляются с любыми семейными делами. Они справляются с ними по-своему. Но люди, несмотря на то, что обладают таким большим мозгом, начинают сходить с ума. Это происходит потому, что их вовлеченность с миром компульсивна, а не осознанна. Сейчас хорошее время, чтобы вы поэкспериментировали с этим, чтобы вы привнесли в свою жизнь некоторое количество пратихары. Не имеет значения, кто вы. Вам не нужна никакая подготовка. Просто сядьте с закрытыми глазами. Если ум убегает куда-то, ничего, пусть бежит. Не пытайтесь остановить его, потому что у него нет тормозов. Все три педали ума — это газ. Как бы вы ни нажимали на него, он будет только бежать быстрее. Так что не пытайтесь ничего с ним сделать, пусть себе бежит. Он будет бежать, потому что он набрал некоторую кармическую инерцию. Если вы просто оставите его на некоторое время, не обращая на него внимания, он замедлится и остановится. Не беспокойтесь о том, чтобы останавливать ум, не останавливать ум. Я лишь хочу сказать, не вовлекайтесь в окружающий мир столько часов, сколько сможете. Начните с 1 часа и постепенно увеличивайте до 6-12 часов в день. Вы увидите, что у вас будет достаточно энергии, чтобы достичь пика. Сейчас самая большая проблема людей в том, что они не могут испытывать блаженство и радость внутри себя из-за недостатка энергии. Если они радостны на протяжении 3 минут, то потом они иссякнут. Вообще-то есть такая поговорка. В социальном плане люди думают, что если вы очень радостны сегодня, то завтра вы станете очень несчастными. Поэтому обычно говорят, не будь таким счастливым, потому что завтра станешь несчастным. Потому что их аккумулятор таков, что если сегодня они очень жизнерадостные, завтра они впадут в депрессию. Так что пратьяхара — это ключевой элемент для того, чтобы создать такую энергию в системе, которая сможет принести любое жизненное переживание до максимальной интенсивности и при этом не вгонит вас в депрессию. Сейчас хорошее время для пратьяхары. Важно то, что если вы вовлекаетесь в мыслительный процесс, он не является внутренним. Это тоже вовлечение в мир. Нет, я же не смотрел ни на чье лицо, я просто думал. Это тоже вовлечение в мир, потому что ваша мысль не принадлежит вам. Содержимое ваших мыслей приходит снаружи. Вы поддерживаете персональный мир у себя в голове. Но персонального мира не существует. В экзистенциальном плане есть только один мир. Вы либо живете в нем, либо нет.
Ваш личный мир — это сумасшедший дом, который придумали вы. Иногда, конечно, он приносит вам какое-то удовольствие. Но жизнь в иллюзорном, выдуманном мире не продлится долго. Люди всегда говорят: «Я разочаровался, мои иллюзии рухнули». Я благословляю вас, чтобы вы разочаровались как можно быстрее. Потому что разочарование означает крушение иллюзий. Разве это не должно произойти в самом начале жизни? Это должно произойти как можно раньше, чтобы все ваши иллюзии развалились. Мое благословение, чтобы вы жили в грандиозной красоте этого мироздания, а не в своей иллюзии, какой бы приятной она сейчас ни выглядела. Пожалуйста, вопросы? Садхгуру, первый вопрос от Джордано. Намаскарам, Садхгуру. Откуда он? Мы можем спросить? Он это не указал, Садхгуру. Хорошо. Это вопросы социальных сетей. Мы не можем спросить его, потому что мы не можем об этом рассказывать. Если опыт проживания жизни, будучи йогином, наполнен таким восторгом и блаженством, то зачем кому-то хотеть вырваться из круга перерождений? Вам нужно убрать слово «вырваться». Я спрашиваю всех вас. Я уверен, что каждый из вас ходил в школу. Возможно, для некоторых из вас школа была не очень приятным опытом, но для многих школа была хорошим опытом. Особенно для тех, кто не беспокоился о зубрежке и не старался во всем быть первым, и все такое. Вы просто наслаждались обществом своих друзей, играли, веселились и все такое. Вам нравилось в школе. А когда вы закончили школу, вы сбежали из нее или успешно закончили? Мы не знаем. Может, Джордано и сбежал из своей школы. Это значит, он не закончил ее. Обычно большинство людей заканчивают школу и переходят к следующему этапу жизни. Какой бы хорошей ни была школа, разве вы не хотите поступить в колледж? Конечно. Такова природа человека. Каким бы хорошим ни был этот этап, вы все равно хотите перейти к следующему этапу жизни. «Мне хорошо, так что я буду делать то же самое вечно». Это глупый взгляд на жизнь. Такого никогда не будет. Это происходит из-за страха. Вы боитесь вступить в неизвестность, абсолютную неизвестность. Как-то раз, когда наступили непростые времена, Шанкаран Пиллай пошел работать на стройку. Таскать кирпичи, поднимая их на много этажей. Однажды другой рабочий, который работал с ним вместе, заметил, что Шанкаран Пиллай носит больше кирпичей, чем им сказал прораб. Все носят по 8 кирпичей, а Шанкаран Пиллай носит по 12. Даже 8 кирпичей — это уже довольно тяжело — поднимать их наверх. Ведь приходится поднимать их на столько этажей. Стоит рабочим подняться наверх, и они тут же складывают свои кирпичи и спускаются вниз. Спускаться с пустыми руками — это одно удовольствие. Так что за обедом этот рабочий спросил Шанкарана Пиллая: «Зачем ты носишь по 12 кирпичей? Ведь сказали брать только 8». «Если будешь носить по 8, то выполнишь норму. Зачем ты берешь 12?» Шанкаран Пиллай ответил: «Ты не понимаешь. А прораб вообще дурак. Я ношу туда и обратно одни и те же кирпичи». Гениально! Так что
Таких людей много. Они носят с собой одни и те же вещи, вверх и вниз. Пунарапи джананам, пунарапи маранам. Просто продолжают и продолжают. Это происходит просто потому, что жизнь проявляет сострадание. Творение сострадательно. Оно разделяет вашу память перегородками. Если сломать эти перегородки, вы начнете страдать. Если вы поймете, что уже сотни раз совершали одни и те же глупости, и все продолжаете делать одни и те же ошибки, то вам захочется как следует себе врезать. Тот, кто сломал эти перегородки и не начал из-за этого страдать, вот почему для того, чтобы открыть память, находящуюся за пределами настоящего опыта переживаний, в первую очередь нужна очень прочная основа, не духовная, психологическая. Потому что если у вас нет стабильной психологической основы, то когда разрушаются перегородки в вашей памяти, ваш рассудок может пошатнуться. Когда люди с трудом справляются с опытом одной жизни, даже не полностью прожитой, уже к 30 годам они не справляются со своими эмоциями, мыслями, воспоминаниями и страдают. Предположим, вам откроются воспоминания трех жизней. Вы думаете, такие люди справятся с этим? Они окончательно съедут с катушек. Так что именно поэтому сострадание жизни, сострадание Творца удерживают память блоками, разделяя ее перегородками. То есть вы не понимаете, что делаете одно и то же снова и снова. Неважно, насколько это прекрасно, если повторять одно и то же снова и снова. Сделаем вот что. Допустим, вам нравится какая-то музыка. Я буду воспроизводить ее. Не здесь. В вашем уме, без остановки, следующие 3 недели. Ваша любимая музыка сведет вас с ума, потому что она будет играть без остановки. Так что любой, кто осознает, что одно и то же повторяется цикличным образом, снова и снова, естественным образом захочет прерывать цикл. Не то чтобы вы пытались убежать от этого. Вы нашли лестницу, чтобы подняться за пределы. Если вы уйдете, если вы оставите одну фазу жизни и перейдете к другой фазе жизни, это не бегство, это повышение или освобождение.